keep on falling Всем привет! Сегодня мы обсудим самые дорогие породы лошадей. На их цену во многом оказывает влияние не только конкретная порода, но еще и ряд других характеристик. Победы на спортивных соревнованиях, родословная чистота и наличие именитых родителей, которые имеют вес в узком кругу почитателей данных животных. Давайте же поскорее узнаем, какие породы лошадей ценятся больше всего. Вперед! Пятое место. Орловский рысак. Очень редкими и дорогими являются представители этой породы. Данные лошади не имеют аналогов. Раньше жеребцы использовались в русских тройках. Этих рысаков используют в конном спорте. Порода была получена графом Орловым в результате скрещивания, где использовались в том числе и арабские скакуны. Эта же лошадь, по мнению многих экспертов, считается еще и одной из самых красивых. Четвертое место. Фризская лошадь. Одной из самых дорогих на данный момент является эта порода лошадей. В последнее время она особенно популярна в Соединенных Штатах Америки. Один же жеребенок этой породы стоит не менее 10 тысяч долларов. Максимальная цена держится в отметке 25 тысяч. Скакун этой фризской породы, прошедший хорошую подготовку, может быть оценен и в 1 миллион долларов. Этой породе характерно массивное телосложение, высота может достигать 165 сантиметров. Третье место. Сарайя. Эти лошади находятся на грани вымирания. На данный момент существует около 200 голов данных животных. В 1920 году зоолог Руй Андраде недалеко от реки Сарайя в Испании встретил дикий табун лошадей. Порода осталась идеально чистой только из-за того, что об этом диком табуне было мало кому известно. Изучив их повадки, зоолог выяснил, что эти скакуны – предки лузитанов и андалузов. Второе место. Американская рысистая лошадь. Самым благородным и резвым рысаком на свете считается американская рысистая лошадь. Порода была выведена в США благодаря сложному скрещиванию нескольких чистокровных представителей таких пород, как арабская, чистокровная верховая, норфолкская и некоторых других скакунов. Отбор производился по резвости, в результате представители породы ярко выраженные призовые лошади на скачках. Первое место – английская чистокровная лошадь. Эту породу также называют английская скаковая. Жеребята стоят от 1 миллиона долларов. Их продают через аукцион. Даже арабские скакуны, которые отличаются хорошим здоровьем и чрезвычайной выносливостью, стоят гораздо ниже этих грациозных животных. Если представители данной породы имели в своем активе еще и призовые места на серьезных соревнованиях, тогда цена на них будет вообще баснословной. Спасибо за внимание! Буду признателен за активное обсуждение данной темы в комментариях. Ставим лайк, если вам понравился видеоролик. Подписываемся и ждем еще более интересные топы. С вами был канал «Только факты. Топ-5». У нас всегда свежие, горячие, интересные топы именно для вас. Удачи!